Чебоксары растут не только вшире, но и ввысь. Наша съемочная группа побывала на торжественном заселении жильцов в первый 16-этажный кирпичный дом нового микрорайона города. Репортаж об этом смотрите далее, а я с вами прощаюсь. До свидания. Чистый воздух, лесопарковая зона в километре ходьбы и крупный торговый центр поблизости. Вот малая часть бонусов, которые получили обладатели новых квартир в кирпичном доме по проспекту Тракторостроителей. Однако решающим фактором выбора в пользу этого дома, по словам счастливых обладателей собственности, стал застройщик, которому доверяют. Мы 4 года искали себе жилье. Наконец-то вот наша мечта сбылась. Когда мы узнали, что вот позиция 19, именно застройщик является Чувашагроинвестстрой, у нас сомнения сразу отпали. Мы выбрали этого застройщика, заключили договор, и у нас все получилось. Вот мечта наша сбылась. Теперь будем осваивать, делать ремонт и переезжать в скором времени. Когда начал дом этот строиться, я думаю, хотел взять в этом доме квартиру купить. Вот наша мечта осуществилась. Всем большое спасибо, всем строителям. Мы в восторге от нашей квартиры. В первую очередь мне понравилась там планировка. То есть не квадратный зал, как вот раньше, да, строили, полукруглый. Я давно мечтала о такой планировке. Ну и, конечно же, очень довольна, то, что сдали дом раньше срока. Спасибо огромное строительной компании и всем, кто участвовал в этом. Качественное жилье по разумным ценам. За 20 лет работы строительная организация заслужила репутацию надежного застройщика, который не обманывает ожидания клиентов и тесно сотрудничает с городскими властями. Уважение к своему и чужому труду – первостепенные условия для достижения поставленных целей, делится генеральный директор компании. В строительстве этого жилого дома принимали участие очень большое количество строителей разных профессий. Их более 20. Они построили, завершили все строительные работы, работая и днем, и ночью, и в выходные дни, особенно в последнее время. Спасибо вам, дорогие строители, за то, что вы сегодня представляете свою продукцию жителям, будущим жильцам этого дома. Спасибо вам. Чувашагроинвестстрой участвует в программе строительства социального жилья. Клиентам компании доступны различные формы ипотечного кредитования, в том числе и по программе «Молодая семья». Те жители республики, кто устал от городской суеты, могут воспользоваться особым предложением. В поселке Белая усадьба, что находится в 20 минутах от города, еще остались готовые коттеджи. Именно на них сейчас действует акция «Жаркое лето, жаркие цены». Узнать подробности об этом или других предложениях можно по телефону офиса продаж 41 99 26. Дарина Игнатьева, Николай Яковлев, Республика.